Улица Победы в Некрасовском и деревня Алферово должны пополнить список газифицированных территорий нашего района еще до конца этого года. Строительство магистральных газопроводов уже завершено, и когда жители смогут зажечь в своих домах голубой огонек, узнал наш оператор. Прокладку магистральной трубы и сетей для подключения домов к природному газу подрядчики ведут параллельно и на улице Победы, и в деревне Алферово. Помимо газопроводов здесь будут установлены и газораспределительные пункты. Готовность объекта на Победе близка к 100%. По Алферову основные строительно-монтажные работы выполнены примерно на 2/3. Первый объект будет сдан, это улица Победы, так как он уже более... Уже и документы у меня уже лежат исполнительно-технически на проверку с замечаниями. Второе, то есть жители по улице Победы уже прокладывают, то есть они получили технические условия, у них есть проекты, уже прокладывают к жилым домам. По факту, то есть осталось, я думаю, что домов до 10, наверное, домовладений будет уже с газом на Новый год. По Алферову ситуация немножко другая, то есть там сейчас только на данный момент, то есть получили в порядке где-то 15 технических условий. На данный момент, то есть я с председателем ТСЖ разговаривал, идет уже заключение договора на проектные работы. Пока этот проект делается, пока он согласуется, то есть ну, пройдет какой-то период времени. Я думаю, что может несколько вводов успеет построить до холодов серьезных. Но я думаю, что часть уйдет на следующий год. Объекты, то что по врезкам, то есть я думаю, что мы в этом году, в декабре, все врезки произведем. То есть все трассы, то есть по Алферово и по Победе будут уже трассы стоять под газом.